мы в мастерской графического дизайна Национального университета. Скажите, Николай Иванович, как тяжело вот вашим студентам учиться в этой мастерской или же, наоборот, легко и интересно? Но думаю, что интересно. Я так надеюсь, потому что сам процесс творческий и такой поисковый, я думаю, это очень важно для них. И здесь они себя реализуют. И самое главное, что это коллективный процесс. И они друг у друга учатся, и мы вместе взаимодействуем. То есть здесь есть поиск, ошибки, но все это в творческом процессе. И даже какие-то ошибки творческие, они в конечном итоге являются двигателем для находок и каких-то таких креативных решений. То есть это все взаимосвязано. Но, во всяком случае, в этой мастерской мне всегда приятно. И самое главное, что меняются группы студентов. Первый, второй, третий курс. И они каждый по-разному, по возрасту, по подготовке и так далее. Но все равно они интересны. Каждый по-своему. Каждая группа отличается своим каким-то микроклиматом, своей творческой какой-то ауры и так далее. И вот это интересно наблюдать. И интересно смотреть за этим процессом развития от первого, второго курса и до диплома. Как будущий дизайнер, вы чувствуете, что уже у вас накопился достаточный опыт для того, чтобы уже самостоятельно после окончания учебы приступить уже к серьезной такой творческой деятельности? На данном этапе, в принципе, какие-то есть задатки, знания, но я понимаю, что над этим надо работать всю свою жизнь. Каждый день себя надо совершенствовать и учиться чему-то новому. Как часто вы делаете наброски и ваше отношение к рисунку? Стараюсь делать как можно чаще, хотя бы там раз в день что-нибудь, но нужно запечатлить, потому что нужно всегда набивать руку для того, чтобы потом хорошо рисовать. Замечать интересные формы на улице, зарисовывать лица людей, допустим, в транспорте или, все, что считаете интересным и полезным. Какие предметы вас здесь увлекают, интересуют? То, с чем вы занимаетесь большим интересом и удовольствием? У нас есть предмет у Николая Ивановича, это проектирование. Проектирование упаковки, проектирование, сейчас мы делаем проект зоопарка. То есть, очень такие увлекательные работы, но над этим нужно работать. То есть, если человек не хочет работать, то ничего не получится. Расскажите вот об этой творческой, креативной вещи, которую вы здесь в мастерской создаете. Вот данная серия представлена. Это эксклюзивный набор вин. Общая тематика называется «Мулен Руж». Все здесь, это бурлеск, динамика, графики, цвета, яркости, насыщенности, это как раз вот то настроение кафе «Мулен Руж». Мне приятно об этих вещах говорить, потому что это студенческие работы бакалавров и дипломников. Вот эти представленные вам упаковки – это дисциплина проектирования упаковки. И вот выход, результат. Вот эти упаковки участвовали в международных конкурсах в России и заняли призовые места.